Я рано кинет жбоб на декана, когда с него заберут. Чтобы с них слетели стаки. На двух стаках не зыбка, на трех забирает. Блять, забыл запись включить, как бибоп упал. Только сейчас. Я кинет уже поздно. Давайте, может, повторим. Я видел и более достойных соперников. Мы можем повторить, типа. Рост сейчас дашь с пола. Перштейн? Ты! Ты один шаман, кто еще? Ну как, нравится ролик с такими людьми, да? Нет, когда еще. Тогда на червяк дашь. Ноль 4 стак. Чендлер 3. Тарарепа 6. В огне не стоим. Мне каст мам сбивает. Хильте танк. Здорово. Как? Чендлер есть? И каст. Не, моб сбивает каст холипалу. Хильте танк, пожалуйста. Так отойди, холипал. Моб на мне висит, Виталик. Виталик давно не играл здесь, просто уже тут все починили. Моб висит Снобль, на игроке. Сидите, Снобль, да. Куча. Куча. Ну что починили? Бабу починили. Бобы раздали, как он развивал, да? Скинули бабу. Геру отдали. Иди дальше, Макгрегор. Макгрегор разводи. Разводи дальше. Милики в луже не стоим. Стоим сбоку. Никогда сзади не стоим. Червя. Олег, смотри вот сейчас. На нем нет дебафа еще. Ваня, гимн на хп. Когда? Другой гимн, второй рэп. Еще. Прыгись по рейду. Вейт Беркена, да? Аурота льда. Да так, да. Кролик Хейнер залит. Лучше Байрон, поставь быстрее. Ты еще в Долоран с ним портали. Нормально он отвел там уж. Ну дай побубнить. Бави свои побубнишь, бля. Он тебе и сейчас бубнит. Мы босса добьем, я Богдану дам пать. Чтобы у людей хилбот не багался. Там. И прочая фигня. Чтобы БДК у людей нормальные были. Смотри. Массакры нету, так что смотрим внимательно. Стривой, ты так воняешь, что у меня персонаж нос закрыл, видишь? Керс. Отлично, бурстим. Дотки обновляют. Вот сколько у тебя когда было? Ну, тут 20. На этом бусте тогда уже не давай, но на следующий.
А у вас показывает щиток на этом скиле, что его типа сбивать нельзя? Красотуля. Его нельзя, да, сбить. Ну, я щитка не вижу, просто в анимации. Бежал на скротик. Зыблемость прошла. Макгрегор. Да, Макгрегор. Я пока не могу прочитать это заклинание. Поднимаем от кокера кротик, потом даем масбафы. Олег разраливает лут. Поднимайте. Олег разраливает лут. Привет. Олег разваливает. Че, не можешь выговорить? Маринка уходит, его надо заменить. Ну, ДД на этого босса. Типа как четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Типа того. Ты Ваня уходишь? Дайте шкаф, пожалуйста. А че с Ваней случилось? Смотрящие пришли, что ли? Сидящий. Дайте шкаф, пожалуйста. Шкаф поставьте сразу. Ну, на этом мосту, да. Я спекаюсь в АДК. Спекайтесь. Типа все спекайтесь, да? 300 бар дайте. Лапу дайте. Типа на первых боссах ты не мог камни насосать? Такая протопал есть или кто-то? Останься, подамажишь моба вот этого дурацкого. Сейчас по локам ходить и не иметь 32 шарна перед инстом. Это же огурец у бас. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он... Присантолик, ты МК когда кинешь? Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Маги присты на дисплее стаков. Джелис на вулканах, дашь гимн на ХП. Случайно забери. Ворота пролайза за хиля. Виталий, беги. Обиди, беги. Пожалуйста, чуть-чуть. Понятно. Идите, там лужа. Сколько надо поднять этот демон? Поднять? Вы, да, подними там. Джелис, беги. Джелис, хилим. Джон Гурец, захилим. Игра, сыграли вулкан. Гимн на хп. Старый бой, гимн на хп. Вестерфолла, захилим. Сливаем голема. Не запускайте сразу. Капец. Но и беги. Бабу можешь. Еще врата.
7 лямов не успеем. Во врата сыграем. Я скажу так, что может быть еще второй вулкан. Пиле не захилял. Ну да. Пламя, Кротин, беги. За хилем. Далеко от хилов не убегай. За тобой не побегут туда. Инферно. Пламя Кёрс. С пепелением Ноя захиль. Жить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, Богдан уже прилетел. И теперь вас ждет новый противник. Запускать? Сейчас подожди, все креснут и тотемы уберите. Вы выпустили повелителя. Олега реснет. На нем лут. Ваша смерть будет быстро. Поклонский, отойди. Клонский, отойди. Демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. Олег, на тебя лут. Успокойтесь. Прошло забрал. Заговора здесь нет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победим. Рыба стоит, бафы раздаем. Поможет еще в танке, кроме тех троих, кто есть. Они пытались нас оклеветать. Тут 5 ДК, тут вообще можно красиво сделать. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Макгрегор, твой паладин. Декан, твой ДК. У зеркала, да? Ага. Сейчас найду Рога. Рога, твой паралайз. Наоборот. Паралайз твой Рога. И на ханте Ice Freeze. Запомнили, да? Первым сливаем Лока. И его диспелим. Обязательно. Все стеки скидываем. Дальше сольем ханта. Потом будем сливать хилов. Так. Все, собственно, чек на готовность. Присы выносим кнопку Mark Dispel. Все готовы? Олег? Я Рогу, да? Я Рогу? Да, ты Рогу. Хорошо. Танк. Давай. Танки начинают, все стоим, ждем. Играем первым крестиком Лока. Если мобы приходят в рейд, в фириме, даем стану. Олег, старайся поддерживать дороги от Ковля. Каст сбивай на скалфоне. Тофа не будет, страшно. Диспельте этот, Геру, диспельте ходы. Присты. Выигрываем крестик, диспелим все. Кресты просто жмете диспел, я не требую от вас урон. Здесь нужен диспел. А у нас диспелом трудно, сольем дерево, звездочка. После крестика. Доливаем крестик и звездочка.
Глори, если ты ворка, то после босса. Там забагаться могут потом, или... Там багается, когда кого-то кикаешь. Дальше кружок будем сливать, шаман. Перебьем хокеров. Товар, наверное. Товар? Точно товар. Че он в рейде делает? Не знаю, стоит. Давайте ворону. Возможно, у него даже танков не хватило. Давайте Анару убьем. Анара? Зачем? Да, Макгрегора. Звездочка. Тёзка. Диспелим быстрее. Зелье заберите, мама. Дальше сыграем труса. Неплохо. Уже там раскатали? Меня притянуло два босса к тебе сразу. Диспел. Ну, Гурец, сейчас сейчас поставишь шкаф и самонем. 25 минут прошло. Это свайпом? Ну все, не успели. Без вайпа. РДД, не подходите к миликам, если хотите жить. А если не хотите? Естественно, сделай вывод и помоги. Делай, как Джон говорит. Но он не мой кумир. Делай больше, выше, лучше. Делай как Войт. Ставь камни на хосту в рейду. Рогу уберите из рейда, давайте сыграем в рога и дизармы. Ринслер, дашь первый дизарм? Порой. Бельнора бьются. Ладно. Бельнара. Дал этому пидору контроль. Бабл. Кто вихрюет, блядь? Че за пидор? Тяжко, да? Кёр, скинь дизайн на рогу. Скорпит и химер.
Кротик следующий. Укус скорпида и химерку на рону. Марат в шкафу и поднимаю павшу. И горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. 4 минуты осталось. Да какие 4 минуты? 27 минут прошло, блин. Фейс. Но... Бафы раздаем. Кинь Олег зап, мне ханту. Вори кинем ка на красоту. А на этом боссе ДД можно? На транс рульт, если там есть кино. Чек на вахту на готовность. Танки. Кто тут танки, скажи? Макгрегор и Декан. Я бы Декану не доверял этого босса. Все готовы, запускаю. Лапу дайте. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Я отдал тебе топор. Я отдал тебе топор. Виталик, ты же белый берёшь. А, ладно. Макгрегор тогда слева, да? Один из вас берет белый и идет налево. Хорошо, я возьму. Все не как обычно, я сразу здесь. Тестицу на Макгрегора кинь тогда, этот, кину, побольше кину. Будет прилетать, все. Все готовы, начинай, Виталик. Попробуем мобильный с Гера, ДПС прибавился. Блять. Да там у тебя он таки будет сработать. Белые сферы не будем, с кем он назвал. Джагу. Боюсь, что это делает паладин, который не знает, что это. Святая Лена, если ты слышишь ворка, убей правосудием мудрость. Не буду. Правосудием света бьет Холи Пал. Это же бьем. Хан, я сейчас убью, какой там хан, я не... Понятно, намегался. Он светлый портал взял. Нет, он побежал за темный к этому. Вальки, которая уешила, его и шлепнула. Нет, ты посмотри, с каким он порталом, дебафом. Там Лирана светлая бьет еще. Била, бьет. Так, спецспособность 3 секунды, смотрим. Бьем это же. Щит сбили, каст прерываем. Только Джагу перебивает и перебивает. Ретри паладины. Кроме Орески, вы всегда бьете Джагой на ману. Кстати, никогда не понял, что это дает Джага. Какая разница, кто бьет? ХПС. ХПС? Ну, он разгоняется. Ты хилить лучше становишься, ну. Ну, типа циферки больше, ну, приятнее. Циферки больше, да. Так, самооценка падает, Олег. Ты хилить лучше, блин, ну, язык заплетается. Ты хилишь лучше, если ты кидаешь печать света, да? Ну, считай, это тебе в отхил идет. В сравнении с другими хилами, получается, что лучше. Устроите такой ответ? Я запущу. Ну, в сравнении с Холи Престом тут даже не идет никак.
Коли приз все равно будет лучше. Ну не ты, наверное, Вань. Не-не-не, я про себя говорю. Ты как Ляшка в Украине, пиздишь, что-то там хуй пойми, чё. Да-да, именно. Ты мне или Войду? Да он вообще про себя, блядь. Пиздец, заебал уже, блядь. Конты не забываем бить через орех с хила. Дома 4 ханта справится. Дашкин яда не маш. Конечно, Войду. Ой, точнее, это конечно тебе. Вот же меня вообще с друзей удалил. Потом по скиллу. Давай, короче, Макгрегор на бойсе, Декан и Олег на трэш. Олег танк. Подожди, у Лерана вообще, по-моему, есть протопол. Я помню, что он что-то раньше. Олег, а танковскую шею уронили? Нет, кому-то надо танковскую шею. О, фок, можно, если не надо? Потом поролим после босса уже. Нормально там с хилом будет, могу в хил аспекнуть. Богдан, поставь защиту от природы. Все равно ты нас тут допейсишь суперски. Я поставил. Тебе не помешает, да. Чек на готовность, на баф. Ставим мерить. Олег, роли рецепт. Все готовы. Какой рецепт? Подал рецепт? Ну да, вообще-то рецепт понял, Олег. И сфера упала, тоже давай кидай. Сфера в ГБ, сразу. Рецепт. А кто на боссе, Виталик или Макгрегор? Красотуля, да, штрейк. Макгрегор на боссе, Декан и Паралайз на трэш. Ну и держишь ДКшек, приоритет на шаман тоже. И Джелис, и Чендлера на рейне. Все готовы, давайте начинаем. Макгрегор, начинайте на полную. Не сливайте. Буду вам говорить, как надо. О, трэш. Может, у нас танчит не БДКшки. Давай, фрешблок. Блин, сбила заморозка и угрешение. Мало ли, Лерана у нас следующий. Трэш, миф не отдавай. Каз больше на него удар влево. Трэш играем активно. Приоритет трэш. Сорвался. Пицца бой. Трэш заливаем. Один, по-моему, взорвался. Так, старый рэп один на ману, украли кто-то. Чего нет? Да, сейчас ты там сдохнешь. Потому что тебя не захилит. Лоу. Грегор, давай. Зайди его.
активно в босс играем. Следующий трэш еще приводим под босс. Играем в трэш. Пусть подвинут. Трэшблад твой будет, гнев. Нет. Кролика на касте наш гнев. Давай. Всем больше трэш не подводим к рейду. Иди с дебафом хилим. Огурца хилим, ринслера хилим, Дашкин. Плащика можешь снять. Виталик далеко, где он? Дашкин уже уронил. Войско. Что за хилом Рейна? Танков на фул хп держим. Ну, походу резать надо. Воид, рез и керзу. Виталик, прожмись, Виталик. У меня фул хп, зачем? Ну, я не успеваю по тебе кастить. Бросьте хил, бросьте хил, все. Зачем ты их привел в одну кучу, я не пойму. Ну, касты, наверное, разбивать проще эльфам. Поэтому в куче, наверное, садим. Пиздец, вот и плащ. Он эльф. Поднимите. Офей. Спасибо. 38 минут. А без вайпа сколько вышло? Не знаю. Очень как-то быть холипалом. Олег, дашь ли поем? Прав нет. Да-да. Олег, а можно этот плащ паролить мощь? Давай, трейд отдам. Мне все равно никого не нужен. Пати защитник. Что-то этот... Чендлер, он... Посмотрите вот в рекаунт. Он хилит каким-то семьям жизни. Покровительством, омоложением. То есть буйный рост у него вообще нету. Может, он не вкачан у него там? Ну, не знаю, Чендлер. Прочитай гайд какой-нибудь. Да. Да ты говоришь, от хила нету. Чендлер не умеет хилить. Не нужно вам на уме хилить? Или что? На фазе? Ну, на последнем фазе. Чехили. Сейчас разберемся по хилу. Подожди. Олег, дай ассистент, да, я тебе ровану. Я людей наберу. Там как бы рейд на 30-40% держится, а было там 10-15%, там меньше 10% хп у игроков. В таком случае кидается сразу. То есть нужно пить через буйный рост и омоложение на этой фазе? Ну, всегда. По всем. Бафы. Ну, буйный рост не кидается, если половина хп у рейда у всего. Тогда не надо его кидать. Если до 20, меньше 30%, сразу буйный рост кидается. Декан еще кикнет надо. Сейчас, подожди. Смотрим, кто первый. Просто из-за этого ты эффективность всю потерял, свое исцеление. На метку тебя захиливал, потому что... Дашкин выше всех, если меня слышно. Да, тебя слышно, он выше всех мстителей. ГЦ. Так себе, плащ на руку. Давал без него 20к. С ним 20к дам.
Это Чиллер. Олег, я ливнул мне нашему. Там есть на канале, можно давать. Мало. Олег, сори, ты мне не тот плащ отдал. Можно плащ Миликовский, который мощь чего-то там, мощь? Хитро силен? Да-да. Нет, мощь какая-то. Ну, меткость. Красотуля, скажи, какой тебе плащ надо? Их 20 тысяч здесь. Никакого не надо плащ. Это не она. На Милика тоже, на леди, я думал. Ну, полипал нужен тоже. Ну, давай пароль.